Прокуратура Бразилии выдвинула новое обвинение в коррупции против бывшего президента страны Луиса Инасио Лула да Силва и его супруги. Их подозревают в использовании денег, полученных в результате хищений в государственной нефтегазовой компании «Петробрас». Речь идет о сумме почти 800 тысяч долларов. В прокуратуре да Силву назвали, цитата, «главнокомандующим коррупцией в компании». Адвокат экс-президента уже заявил, что обвинение против да Силвы сфабриковано, чтобы не пустить его на президентские выборы 2018 года. Согласно бразильскому законодательству, окончательное решение о предъявлении обвинений должен принять суд.